Всем привет! Следующая посылочка, которая будет раскрыта на моем канале, это велосипедная мигалочка на 5 светодиодов. В общем, короче, что я тяну? Да-да-да, это самая китайская мигалочка, которые я уже много раз покупал, и много распаковочек было на моем канале. Ничего обычного, 5 лампочек и отсек для батареек. Ничего такого. А, ну и прокладочка есть. Они влагозащищенные. Проверим, светодиоды пашут, не пашут. А, ну конечно, если через прокладочку. Нормально, нормально. Все, считаю, на этом посылочка распакована. Всем, кому нужны там велогаджеты и аксессуары, заходите на мой сайт, там есть много товаров. Всем спасибо, подписывайтесь, пока.